Вот, снимаю территорию отеля. Другого, не нашего. Да, который расположен... Прямо около пляжа, вон море, вон там море. Рядышком, рядышком. Смотрите, вот территория, вот тут бунгало, да? Вот очень комфортный очень отель. Он находится в начале Лонг-Бич. Здесь на пляже не так много народу. И буквально на метров 100 по главной дороге начинается вся инфраструктура, шум, гам. Ну, по меркам острова Фукуока. Вот смотрите здесь. И вот оно море сразу же. Очень удобное местоположение. И вот в следующий раз, когда мы приедем, например, на остров Фукуока, возможно, мы выберем именно этот отель. Здесь очень зелено. И вот морюшка. А на одной улице живем. Да, я знаю, Влада. Там очень комфортно. Вот по такой дорожечке мы спускаемся. Дорожек таких очень много здесь. К пляжу. В конце каждой дорожки вот такие качельки. И обязательно душ. И обязательно мытье ног вот таким вот образом. Вот мы на пляже буквально 30 секунд от бунгало. Песочек. Как я обещала, немного народу. Самое начало пляжа Лонг-Бич.